Доброго времени суток, с вами Данил Арышкин, а это лучшая шаурма России. Четвертый выпуск. На дворе воскресенье, ужасная погода, но это не помешает мне отправиться на поиск лучшей шаурмы. Пока что в рамках Нижнего Новгорода. Но перед тем, как направиться на поиски, если ты красивая девушка, то по ссылке в описании есть группа «Красивые девушки и шаурма», где сочетаются два самых прекрасных явления природы – девушки и шаурма. Поэтому подписывайся на группу, скидывай свои фотографии, как ты ешь шаурму в предложку. Впоследствии получай лайки, комментарии и подписчиков. А если ты парень, то тебе точно туда, ведь ты любишь девушек шаурму. Да, да, да. Ну а сегодня мы дегустируем шаурму будем, которая находится на парковке торгово-развлекательного центра «Куб». Сейчас геолокацию вы видите у себя на экране. Ну что ж, не будем томиться в ожиданиях и пойдем дегустировать. Свет, камера, дегустация! И вот я на кухне, приобретенный кирпичик счастья у меня в руках. Мне потребовалось порядка 10 минут, чтобы доставить его на кухню. Он при этом еще теплый и не успел протечь. Если потрогать, то достаточно хорошо держит форму, структура не нарушена. Данный кирпичик счастья стоит 150 рублей. И давайте теперь его взвесим. Весы у нас сегодня такие вот. Так, и весит он 400 грамм. Получается, что килограмм данной еды будет стоить 375 рублей. Не самая дорогая шаурма, которая была у нас пока что в выпусках. Возможно, это будет и плюс после дегустации. Но перед дегустацией, перед вскрытием данного кирпичика счастья, хотелось бы сказать пару слов о заведении. Заведение открыто. Вы видите, как повар готовит, какие он продукты кладет на лаваш и заворачивает. При этом повар не спрашивал, поострее или не поострее, поэтому это будет стандартная шаурма со свининой. Да, у них есть и с курицей, и со свининой, и с телятиной, но по классике мы берем со свининой. Посмотрим, что из этого выйдет, поэтому давайте приступать к вскрытию пациента. Итак, дорогие зрители, к сожалению, при передаче информации у нас побились файлы, поэтому вы не увидите, как я потрошу шаурму и употребляю ее. Возможно, вы расстроитесь, а может быть и нет. Но итоги я подведу. В данной шаурме очень много овощей, свежих овощей, много мяса. Лаваш, он тонкий, хрустящий, и при этом там есть много соуса сливочно-чесночного. Все это вместе дает достаточно приятный вкус. Она достаточно нажористая, и данной шаурме я поставлю 7,5 из 10, потому что за те деньги, которые вы отдаете, вы получаете действительно блюдо, которым можно наесться. Там чувствуется и свежесть от овощей, и вкус мяса, и вкус соуса, и есть тоненький лаваш, хрустящий тоненький лаваш, который не мешает вам употреблять данное блюдо. При этом небольшая ремарка в том, что соуса много и кушать надо аккуратно, а то он разольется и испортит вам джинсы, ботинки и же с ними. То есть кушайте аккуратно. Поэтому итог таков. Обязательно пробуйте данную шаурму, если вы живете в Нижнем Новгороде. Адрес вы знаете. Если вы приезжаете в наш город, то посетите место, если вы интересуетесь данным блюдом. Ну и подытожим в видео, хотелось бы сказать, что хочешь выиграть 1000 рублей, обязательно подписывайся на канал, и как только будет 1000 подписчиков среди вас, я разыграю 1000 рублей. Будет 2000 подписчиков, 2000 рублей и так далее до 10 тысяч. Следующий шаг будет в 100 тысяч. Ну а на этом все. С вами был, есть и будет всегда Данил Арышкин, самый субъективный бардач на всем ютубе и во всем интернете. Не будьте нормальными, будьте рациональными и кушайте вкусную шаурму. Всем спасибо, всем дизлайк.